Получить от государства первый взнос на ипотеку – это вполне реально. Дагестанские отделения МФЦ принимают заявки на приобретение жилья по субсидии. Кто может рассчитывать на материальную помощь от республики, расскажет Зумруд Гамидова. Речь идет о помощи инвалидам первой группы или семьям, в которых есть дети-инвалиды. Постановление, согласно которому из бюджета выделят 300 миллионов рублей в качестве субсидий, подписало правительство республики. Объем собственных средств заявителя должен составлять не менее 750 тысяч рублей. Данная сумма может быть внесена за счет ипотечного кредита либо из средств материнского капитала. А остальная сумма для покупки жилья компенсируется из республиканского бюджета. Самое главное, я хочу сказать, что руководство республики приняло решение о том, что нужно вот каким-то образом решить этот вопрос за счет тех налогов, которые удалось в этом году собрать. И 300 миллионов из них направили на улучшение жилья инвалидам первой группы и семьям, которые имеют детей инвалидов. Те, кто стоят в очереди, они имеют возможность, независимо от того, в каком году они встали, могут обращаться, будем их сопровождать, помогать. Вахит Алахьяров – инвалид первой группы. О собственном жилье мужчина мечтает уже 16 лет. Воплотить мечту в жизнь ему теперь поможет новая программа. Говорили, что внесут изменения в программу. Это, конечно, уже позитивно. Да. Это очень. И мы не стали сейчас тоже оформлять это, ничего, документы не сдали, просто получили консультацию. Если так заработает программа, это было бы очень хорошо. Около 250 семей инвалидов получат возможность приобрести жилье по льготным условиям. Для оформления ипотеки необходимо собрать все документы. Подать заявление в МФЦ можно будет до 1 августа. Зумруд Гамидова, Месиду Магомедова, Салман Гитехмаев, телеканал ННТ, Махачкала.